Время свидетельств. И мое временное свидетельство. У меня есть такое, постараюсь коротко отдать свидетельство. Постараюсь кратко, да, расскажем. В нашем собрании сегодня сидит, так сказать, человек, который раньше был капитаном. Наше собрание, мой человек, какой-то некогда был капитан. В адмиральском звании. Вчера мы с Наташей по настоянию Наташи посмотрели фильм «Грейхаунд». И глядахме фильм по препорукам Натальи. Это удивительно, конечно. «Грейхаунд». «Грейхаунд». Very wonderful. Много добрых фильм. Да. Это фильм про битву в Североатлантическом океане. Твой фильм за битку в Североатлантическом океане. Основан на реальной истории. Это основан на реальной истории. Где один военный крейсер. Где это военный короб? Подбил за один бой 4 подводных лодки. А, один военный самолет и... Катер. Катер. Крейсер. Крейсер, то и 4 подводницы и уцелил в тех. Да, в принципе, это считается, ну, как бы практически невозможным. Това смята почти невозможно. Потому что подводная лодка всегда имеет преимущество. За что-то подводница винаги има преимущество. Практически всегда, да. Она под водой, ее не видно. Тя под водой, никого не вижу. Она стреляет торпедами. Тя стреляет со торпеди. У корабля, ну, есть радар. Корабли-то имеют радар. Ну, периодически подводная лодка входит в зону невидимости. И периодично подводница влезала в зону невидимости. Посмотрите, советуем посмотреть этот фильм. Препоручиваем это поглядеть тот же фильм. Потому что, как ни странно, несмотря на то, что это военный фильм, тот же фильм и военен. В нем звучит очень много молитв. Но в него има много молитвы. Начинается этот фильм с молитвы. Тот же фильм започва с молитвы. И заканчивается этот фильм молитвой. И завершивается что с молитвой. И у меня сегодня есть такое побуждение поговорить немножко о капитанах. И малку да вы расскажешь за капитаном. И это будет мое свидетельство. И то ваше будет мое то свидетельство. Вчера ко мне пришел капитан. Вчера при мене дойде один капитан. Ну, можно сказать, бывший капитан. Можно сказать, бывший капитан. Хотя я думаю, что бывших капитанов не бывает. Но мисля, че няма бывший капитан. А потому что этого капитана просто списали. И тот же капитан вече не работе. Ну так получилось. Так как я получил. Он перенес сильную рану. То есть принесел много сил на рану. Потом был абсцесс. След этого имел абсцесс. Потом был сепсис. И след этого сепсис. И потом он провалился в кому. И след этого я испаднул в кому. 16 дней он был в коматозном состоянии. 16 дней то я был в коматозном состоянии. Это очень большой человек. Твой много гулям человек. В том плане, что он по 2 метра. Вот то я на 2 метра. Тогда он весил 120 килограмм. Тогда и тяжел 120 килограмм. Я работал в реанимации, я понимаю, о чем идет речь. А с работе в реанимации ты разбирам, за какого става думам. У нас лежал тоже, кстати, один мужчина. При нас имел еще один муж. Но он весил примерно около 90 килограмм. И то имел тегло около 90 килограмм. И лежал он у нас несколько недель. И несколько седмиц и убил при нас. Лежал неподвижно, понятно. То я был неподвижен. И для этого нужно было его переворачивать периодически. И требовалось да го преобрыштами. Понимаете, о чем идет речь? Для чего? За какво? Чтобы не образовывались пролежни. За да не се образуват кубитални рани. Что такое пролежни? Какво когда человек долгое время рани? Лежит на одном месте. Когато человек лежит на одном месте долгое время. Ну, обычно это крестец. Това е на кръста. Обычно это лопатки. Между лопатките. Обычно это пятки. Това са петите. Там начинает образовываться, ну, нарушение движения крови. Започва да се образува нарушаване на движението на кръста. Кръвоснабжение. Кръвоснабдяването. Трофики. Трофиката и ткань начинает умирать. И тканите започват да умират. Вот. И поэтому этого человека надо переворачивать. Затова този човек трябва да бъде трябва да се преобръща. Направо, налево. Надясно, наляво. И делать ему массаж. И да му се прави масаж. Мы это было давно. Това беше много отдавна. Я работал в еврейской команде. Работях в еврейский екип. Брандорфов. И нас научили поворачивать и натирать людей, кроме того, что мы делали массаж, мы натирали людей камфорным спиртом. Те ли научиха да преобръщаме хората, да им правим массаж и да ги мажем с специален спирт? Именно для того, чтобы улучшить кровоснабжение. Да се подобри кръвоснабдяването. И чтобы не образовывались вот эти пролежни. И да не се образуват тези кубитални рани. Вот этого капитана, который пролежал больше 2 недель. И този капитан, който лежал повече от 2 седмици. Неподвижно. Неподвижно. И он был очень большой. Той бил много, много голям. Его не переворачивали. И не са го преобръщали. И
Как-то так получилось, что его просто списали. Подумали, что он не выживет. Че просто вече не са се грижили за него, и за что-то са помислили, че няма да живее. А он вот взял его и выжил. Обаче така се получило, той оцелял. Только вот за вот эти две недели обаче за тези две седмици образовались страшные пролежни. Са се образували много страшни кубитални рани. На пятках и на кресте. На петите и кръста. И сформировались так называемые очаги некроза. И са се появили огнище на некроз, на некроза. Конечно, от него это сокрыли. И разбирайся, не сам указали за това. Потому что как-то получилось некрасиво. А за что-то все получило много некрасиво. Кто же ему скажет, что ему массажи не делали? Кто же ему скажет, что никто не ему правил массажи? И что он лежал вот так неподвижно 16 дней. И что он лежал так неподвижно 16 дней. Последствия. Последицы ты. Из-за того, что у него сформировался некроз на кресте, пояснично-крестовой зоне. Появила некроза на кресте. У него практически атрофировался седалищный нерв. Седалищный нерв все атрофировал. И но на ногах то гиперестезия, гипостезия, анестезия, там различная неврологическая симптоматика. Гипостезия, хиперестезия, анестезия, различные неврологические симптомы. И он сейчас едва ходит. Вот сега так. Едва ворви. На пятках у него некроз. На петите има некроза. Сформировалась большая рана, которая не заживает. Формировалась и голяма рана, която обошел не может почти всех докторов Варни. Той минал почти всички лекари во Варна. Никто ему, естественно, не помог. Никой не ему помогнал. Потому что там помогать поздно. За что-то вече късно да му се помага. Человек, можно так сказать, местами умер. На някои места человек просто умрял вече. И как эту ткань соживить? Как да тази ткан отново да живее, как да се направи това? И вот он пришел к нам в медицинский центр. Той дойде при нас в медицинский центр. Почему я рассказываю эту историю? За что рассказываем тази историю? Вы знаете, трудно проповедовать капитанам. Много трудно да проповедваш на капитани. Трудно проповедовать бывшим власть имущим. Трудно да проповедваш на тези, които някога са имали власть. Трудно проповедовать президентам. Трудно да проповедваш на президенти. Ну это здоровый такой мужчина. Твой голям мъж. Все еще такой крепкий. Все още е много едър, як. Разочарованный. И разочарован. Говорит, я вообще никому не верю. Той казва, не вярвам на никого. Осталась последняя надежда. Остана сама последняя надежда. Может быть, там почитал альтернативную медицину, может, мне поможет. Той чел за альтернативной медициной, может быть, тя ще помогнет. Что вы можете мне сделать? Как вы можете да ми направите? Я проделал ему ряд процедур. Аз направих редица процедури. Уже две недели с ним работаю. Две седмицы работаем со снегом. Сейчас мы уехали в Бургас. Сега заминахме в Бургас. На выходной я оставил только одно место. И на почивен день оставих само одно место. В субботу. Субота. Я не работаю. Аз не работя в субботу. Я отдыхаю. Почивам си. Но ради одного человека я оставил место. Но заради один человек оставих место. Это был капитан Иванов. И твой бил капитан Иванов. Бывший капитан второго ранга. Бывший капитан на второй ранг. И он не пришел. И той не дошел. Я ему звоню. Аз му се обаждам. И казвам, Иване. Я сказал, Иване. Квостанова. И говорю, Иван, что случилось? Говорит он, ты где? Каде си? Я тебя жду уже целый час. Чакам ты один час. Он говорит, ну я за городом. Аз съм извън града. Добираться, наверное, минут 30 до вас. 30 минут трябва да подумам. Ну вообще, доктор, я уже ни во что не верю. И той казва, доктор, в нищо не вярвам вече. Я говорю, ну я тебя жду. Аз казвам, ну аз те чакам. Приезжай, потому что я приготовил для тебя специальное оборудование. Идвай, за что ты приготовил специальное оборудование за теб. Сегодня я жду только тебя. Днес чакам само теб. Вот хорошо, я выезжаю. И той казва, добре, тръгвам. Он приехал через минут 30, да. След 30 минут той пристигнал. Я говорю, ложись. Аз казвам, лягай. Делаем процедуру. Правим ему процедура. Проповедую ему потихонечку. Малку по малку проповедвам. Мои слова от него отлетают, как рикошет просто. И мои ты думи се отблъскват от него. Я чувствую, что это какая-то твердыня. Усещам, че има твердыня. Как твердоглав, да, по-болгарски? Да. Такой твердолобый человек. Твердоглав человек. Просто так дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Просто думите така отлетат от него. И я делаю ему уже глубокий массаж. Правя ему глубокий массаж. Хотя я уже никому в последнее время не делаю массаж. Нали... В последнее время на никого не правил. Ну так Бог положил помазать его елеем. Но такая вот с этих, че Бог мне каза, да го помажа с елей. И делаем массаж на вот эту рану, которая у нее на правой пете. И правим массаж на тази рана на петата на десния крак. Которая уже омертвела. И тканите вече са омертвели там. И вдруг я ему предлагаю. Изведнъж му предлагам. Иван. Иване. Давай я за тебя помолюсь. Нека да се помоля за теб. На староеврейском языке. На стар еврейский язык. Я работал в еврейской команде. Аз работив в еврейский екип. Вот немножко знаю еврейские молитвы. Ну так, Малко зашел так немножко издалека. Така отдалече започнах. Молитва из книги чисел.
Молитвата от книгата на число. Шестая глава с 24 по 26 стихи. Шестая глава от 24 по 26 стих. Он молчит. Той молчи. Я просто понимаю, молчание – знак согласия. Молчание – это выстрелом, как знак на согласие. И начинает сходу сразу. Эвареха хану невиш мреха. Яйру данай паневареха вейхунеха. Исаду най паневалеха вейсаем леха шалом. Да, благослови. И на болгарском языке благословляю Ивана. Чтобы благослови их, Иван. Чтобы Бог его запазил, сохранил, чтобы, помиловал. Бог да го упаси, и дал ему свой совершенный мир, и шалом. Совершенный мир, шалом. И вот так молитва продолжается, и я вот так вот руками говорю из Евангелия, уже от Марка, 16 глава, что уверовавшие будут сопровождать сии знамения. И после вечера продолжаем, направим массаж. Успевай. И после вечера говорю от Евангелия тут на Марк, че тези, които... Возложат руки на больных и будут здоровы. Чешты возложат рецепты на больных, те, что оздоровеют. И у пророка Исаии написано в 53 главе. И пророк Исаия в 53 главе пишет. Что ранами его. Через неговые раны. Не смей исцелены. Мы исцелены. Мы исцелены. И вы знаете, видно, какое-то слово его все-таки пробило. Ну, я думаю, что Божье слово. Не что тези думи са го докоснули. Не мои ты думи, Божьи ты думи са го докоснули. И тут он говорит. И такая казва, то извиняш. Доктор, я понимаю, что вы очень верите в меня. Докторе, аз усещам, че ви много вярвате в мен. Что я получу исцеление. Че ще получа исцеление. Лично я уже не верю. Обаче аз лично вече не вярвам. Я говорю, знаешь, есть очень хорошая поговорка. Я му казах, че има една хубава поговорка. Даже когда мы совсем не верим в Бога. Дори и когато совсем не вярваме в Бог. Бог все равно продолжает верить в нас. Бог продолжава да вярва в нас. И даже когда человек совсем не достоин его любви. И дори когато человек совсем не достоин за любовь тому. Именно в этот момент. Именно в този момент. Бог ему дает столько любви. Бог ему дава толкова любовь. Через меру. Что будет переливаться. Много повече. Тази любовь. С избытком. Излива с избиток. Вы знаете, уходил он от меня со слезами на глазах. И тръгвал той от мен со слези на очите си. Капитан. Капитан. После молитвы. След молитвата. И я верю в то, что этот человек, он... искренне покаялся перед Богом. Я верю, что этот человек искренне се покаял перед Богом. Вот такое мое свидетельство сегодня. Мое свидетельство днес. Я верю в то, что это была еще одна победа Иисуса Христа. А верю, что это была еще одна победа на Иисуса Христа. Я верю в то, что все мы призваны вот к таким вот, знаете, актам. И верю, что все мы призваны к таким действиям. Делам Иисуса Христа. К таким делам на Иисус Христос. Книга Деяния, она продолжается. Книга на Деяния, тебя продолжала. И сегодня. И днес. Потому что дела Иисуса Христа. За что это дела на Иисус Христос? Они продолжаются и сегодня. Те продолжават и днес. И вы знаете, очень важно расширять нам Божье Царство. Много важно да расширявам Божието Царство. Я верю в то, что вчера у меня был просто прекрасный, потрясающий день. Аз вярвам, че вчера имах много прекрасен ден. Очень много молитв. Много молитви. Очень много таких молитв за исцеление. Много молитви за исцеление. Я как-нибудь поделюсь одним мощным свидетельством. И някой ще споделя мощным свидетельством. Сегодня у меня уже нет времени. С вас, за что-то сега нямам време. Просто потрясающее свидетельство. Много силно свидетельство. Но сегодня я передаю микрофон пастору Роману. Не сдавам микрофона на пастору Роман. У него сегодня есть хорошая проповедь. Той днес има хубава проповедь. Давайте мы поприветствуем. А, вот, да, Олег Григорьевич, давайте поприветствуем Олег Григорьевич. Да, конечно. Вам сегодня можно все здесь. Вот бывший капитан, или как, капитан в отставке, я не разбираюсь.